Итак, значит, всем привет, небольшая подводочка у нас такая сегодня, да? Казалось бы, давно никто ничего не локализовывал, не делал дубляжи, а тут бац, и оказывается, песни на зоофобию вышли. Вот это поворот, а никто и не предупреждал, а никто и не знал, но я знал и просто вас не предупредил. Главное всю песню не спалить, а то злые конкуренты украдут все. Знаем мы их. Стоит что-то выложить, сразу крадут. Чёртовы конкуренты. Вот он там своими гадкими крылышками машет, и вот это вот мы будем с вами сидеть, махать трусами, и будем пытаться воссоздать что-то похожее. Чёрт возьми, как же я хорош, как же я хорош! Как же я хорош! Был бы у меня такой Алексей, я бы, может, и не женился бы никогда. Так, я пойду, возьму какую-нибудь шнягу, которая будет так. Вы никуда не уходите, мне. Я возьму какую-нибудь штуку, которая будет гадко хрустеть. Что-нибудь по типу огурца, я не знаю. Сосиски тоже возьму. Я, как бы, человек скромный, и поскольку я гений дубляжа, я заранее смотрел уже эту песню несколько раз и понял, что мне тут нужно делать. Оу, Саня просто бог, вы видели, что Саня сделал? Вы не знаете, правда, кто такой Саня, но... в общем, Александр, замечательный звукорежиссер, у нас занимается написанием минусовок. Гляньте, что он сделал. Я даже выключу. Он сделал эти блестки сам, он гений. Послушайте этот звук, там как будто кому-то череп размозжили, а не крылья открылись. Что я с этим буду делать? Сейчас мы будем комбинировать, видимо, яблоко и... Причем здесь вообще яблоко, оно тут не звучит. Лис вообще красава мужчина, играет чесом на басу. Просто гений. Я ни о чем не жалею. Чё, пойти помидор сжать в кулаке, что ли, боже? О, кстати, вот. Теперь вы будете видеть мессенджер, понимаете? Мессенджер. Из яблока выпал какой-то пацан мне на клавиатуру. Ага, понял. Хорошо, я вас понял. А, спасибо. Копировать Ctrl-V. А где? Вот. Алексей пожрал все огурцы. Какой ужас. Отлично. Половина огурца утилизирована, скажем так. Звучит, как будто я по микрофону случайно попой ударился. Смотри, как жарит его, а? Единственное, что меня смущает, что как бы у него крылья открываются с таким звуком, как будто кто-то ломает сельдерей. Скорее всего, так и было. Сегодня у нас на повестке дня кавер номер 2. Там, где Собакин грустит. Вот. Could not import. Почему? Каковы ваши основательства? Так, мусор падает. Отлично, мусор падать это я умею. Надо лишь будет со стула упасть. Так, я что-то попробовал. Так, минус мяч. Боже мой. У меня сейчас в комнате просто какой-то цирк уродов. Да что ж такое? Что ж такое? Вот. Да, CyberCat Studio. В чем твоя проблема, Рипер? В чем твоя проблема? Вот и все.
Вот мы и закончили. Ха-ха-ха. Итак, первая часть завершена. Гениально. Трусами мне махать особо сильно не пришлось. Ладно. Я пытался кинуть их обратно на полку, но они просто упали на пол. Но это не особо принципиально. Нужно доесть огурец. АСМР Алексей ест огурец. 200 часов.